Всем привет, давайте попробуем выгрузить. Вот такой вот есть проект загруженный у нас. Тут PLK, дополнительный модуль. Вот его адрес 192.168.300. Для того, чтобы выгрузить проект, нужно создать новый проект. Здесь его путь зададим. Допустим, Е. Создать папку upload. Окей. Здесь даже это у нас сейчас. Автор. Вот всего, да. Создать. Создался новый проект. Первым делом надо нам настроить нашу сетевую карту. Параметры адаптера. Подключение по локальной сети. Открываем свойства. Версия 4. И здесь у нас 192.168.3. Если бы я оставил 250, окей. Так, подтверждаем. Закрываем. Все, закрываем. Сейчас сетевая карта наша. IP-адрес настроится. Здесь нажимаем на девайс. И network. Нажимаем кнопку онлайн. И нажимаем выгрузить устройство как станцию. Ну, хардвара и софтвара. Нажимаем. Здесь выставляем PNE, выбираем нашу сетевую карту и нажимаем поиск. Так, нашли. Теперь наше устройство 192.168.300. 192.168.300. Здесь мы можем нажать и сходить на него, проверить, на нем будут мигать светодиоды. Нажимаем upload. Не поддерживает, да? Ясно, тогда можно сделать другим способом. Скорее всего, это наработать не на всех. Да, можно добавить новое устройство. 7200 CPU. Можно здесь выбрать CPU, контроллер CPU. Неизвестное устройство. Версия 3. Добавился наш CPU. Здесь можем определить, нажимаем определить устройство.
все то же самое. Старт поезд. 192.68.3.100. ДТФ. Вот наше устройство определилось, определило модуль, продвары. Нажимаем онлайн. Соединяемся. Соединили, сейчас вот проверим соответствие наших блоков. Мы видим, что у нас программные блоки не соответствуют, теги не соответствуют. Нажимаем upload из устройства. Ставим галочку продолжить. И нажимаем upload from device. Так можно загружать проекты, созданные в 13 версии. В 12 версии там надо делать по-другому. Так. Вот у нас есть одно несоответствие. Это у нас неопределён модуль. Теперь можно открыть программные блоки, запустить. Допустим, главный. Открываем очки. Все работает. Можно открыть аналог. Открыть. Все работает. Теги наши работают. Единственное, надо будет исправить хардвары. Все. Наш модуль. Вот в режиме, когда он не онлайн, нужно поменять наши адреса по схеме и по хардвары. Начинается с двойки. 2, 3. И так же самое здесь. 2, 3. Сохраним проект, подключимся онлайн. Сейчас возьмем что-то. Так, отошел разъем. Закроем. Подключимся онлайн. Так, подключились. Сравниваем блоки. Все, наша версия актуальна.